Я хочу увидеть что-нибудь по-настоящему особенное, ведь этот бренд не делает обыкновенные платья от кутюр. От него всегда можно ждать что-то новое и стоящее. Для меня этот бренд уникальный. Именно благодаря ему я и оказалась в фэшн-индустрии. Я обожаю модный дом Maison Martin Margiela и самого Джона Гальяно. Скорее бы увидеть новую коллекцию. Последние годы этот бренд является лидером в дизайне и в креативности. Гальяно большой молодец. Наконец вернулся настоящий Гальяно. Margiela — это очень значимый бренд. Он всегда выбирает интересное место для показа и преподносит зрителям сюрприз. У моделей на голове была пена для ванн. Выглядело это феерически. Мне очень понравилось пальто без подплечников. Они сидят на теле как рубашка. Я в восторге. Показ удивительный, как и всегда. Джон Гальяно знает, какая одежда нужна женщине. Каждый раз мне интересно, какими будут макияж и прически. Этот модный дом всегда устраивает настоящее шоу.
Мне очень понравились образы с бюстье, а также меня вдохновил макияж. Мне очень понравились образы. Они как будто сделаны из картона. Джон Гальяно вновь впечатлил не только одеждой, но и макияжем и прическами. We'll be right back.